fees that. Light work with the bass on the track. On my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash. Cause the vibe's in the front all the way to the back. августа. Немножко отвлекся, а то каждый день я занимаюсь обработкой видео для Ютуба. Сейчас с отцом приехали в город Калструю. Здесь надо ему к врачу на проверку. Сам он боится, что заблудится здесь, а не на тот поезд сядет. Поэтому сейчас пришли здесь. Нам сейчас полтора часа его ждать надо, пока его обработают. Мы сейчас будем немножко гулять здесь по городу, по паркам. Тут такой вот маленький парк, я не знаю, как он называется вообще. Здесь стоят старые деревья, тоже вот старый дуб, который, видать, молния стукнула, и он вверху уже больше не растет. Тут вот сбоку здание большое, вот такое вот, со стеклами стоит, высокое. Там получают права, обменивают права на машины, ставят машину на учет в Калструю, главное здание вот оно. А в ту сторону, где-то вот по этой улице, зоопарк находится. Водичка везде, как говорится, шумит. Хоть и на улице такая жара, сегодня обещают 37. Трава везде высохла, где она не поливается. Конечно, здесь за цветами ухаживают, чтобы они не пропали. Но жара очень, конечно. Сегодня также я оделся, потому что жарко. Большинство я сижу дома, потому что в жара обрабатываю там видео. А вот все по делам надо сегодня, поэтому я сегодня оделся в одежду, которую я привез из Белоруссии, лен. Но здесь это не стопроцентный лен, тут добавки, я не знаю, сколько не говорят продавцы. Они говорят, что стопроцентный лен. И вот у меня костюм, рубашка и шапка на меня вот такая вот. Шапочка, рубашка, это... Чисто проверить по солнцу, потому что говорят, если лен отражает много солнца, ультрафиолетовых лучей, и поэтому не так жарко. Посмотрим, сейчас прогуляемся, мне отца надо ждать полтора часа. Ой, какие большие цветы, офигеть. Вон какой огромный цветок. Красиво, конечно, здесь. Спереди сейчас начинается зоопарк, сразу после этого здания. Мы заходить не будем, потому что, во-первых, я не знаю, сколько стоит, а во-вторых, не стоит из одного часа заходить туда, потому что там надо, если платишь, то надо оставаться на несколько часов. Этим зданием уже где-то начинается территория зоопарка. И здесь вот такая вот башня, она вообще не входит почему-то по стилю сюда. Это откуда-то, скажем, с Турции, может, с Греции, что-то такое вот. Не знаю, почему она здесь находится и кто ее строил. Вот территория зоопарка, вот тут вот лес. Здесь центр зоопарка. В ту сторону, как говорится, левое крыло, правое крыло. А посередине есть такой вот мостик. Он пересекает, проходит над зоопарком. Туда уходит. Зашли в азиатский магазин. Цены, конечно, немножко высокие для меня, но это нормально. Вот алоэ, вот такая вот маленький напиток, пол-литра, 2 евро. Дороговато, конечно. Мы что-то возьмем сейчас. Здесь вот, скажем, дуриан лежит уже открытый, полкило, 20 евро. Или это огромный фрукт. Он очень дорогой. Или вот джекфрут половина. Или от джекфрута уже вытащили семечки, которые кушать надо, 6 евро. Вот зоопарк. Мы только что закупились в азиатском магазине. Он находится вот в Винтерштрассе, Эттлингенштрассе. Вот тут буквально 50 метров. Что мы закупили? Сухие такие вот хлопья всяких азиатских этих растений. Имбирская, такие вот с лимоном и с медом, такие сосульки. Ну, когда простуда, еще что-то вот
сосу я, или просто летом для запаха. Бамбусовый напиток очень вкусный. Эти водоросли. Водоросли, капуста с сезамом, я люблю это. Потом напиток взяли Bubble Tea Grass Jelly, кокосовая вода. И мороженое взяли. Тут тропические фрукты разные. Все, это два напитка по 99. Это вот они. Мадам Гонг Леди, я не знаю, что такое. Баба Грасс. Это, наверное, да-да, это она. Вот эта девушка зеленая. Так, что еще? Ингва, эти имбирские конфеты 1,29. Кокосовое молоко 3,59. Кокосы стиль мороженое 5,29. Чипсы 4,20. Они дорогие, конечно, но они всегда такие, потому что экзотика. И салат 2,19. Хотя вроде там стояло. А нет, да, правильно, цена, все правильно. 20 евро. Вот такое мороженое. Какие-то водоросли торчат из него. Ну, интересное, оно как кокосовое. Такое нежное, не очень приторно-сладкое. Могу только советовать. Разные штуки, фрукта, всякие кусочки. Поднялся на мост над зоопарком. Только что был этот канал здесь такой, вода прям зеленая. Сейчас, видать, нету людей. И они не ходят. Стоят. А так они двигаются, там внизу канат, и он их тянет по очереди. Кидаем территорию зоопарка вдоль таких вот огромных старых зданий. Полиция здесь паркуется, наверное, полиция. Наверное, в здании находится. И везде много старых таких вот зданий. Тех веков еще. Такие величайшие, огромные здания здесь. Отца уже забрали с врача. Ему проверили желудок и кишечник. И говорят, конечно, там есть легкие повреждения. Надо бросить курить. Это всегда врачи спрашивают. Если ты куришь или пьешь, надо бросить. Потому что вредит здоровью. А люди ноль внимания. Она говорит, скажи отцу, чтобы он бросил курить. Я говорю, ну когда его прижмет, тогда он, может быть, бросит, когда уже, может быть, поздно будет. А так им все равно. Вот у меня когда прижало, и то я не курю, не пью. У меня прижало, я поменял свое питание немножко. Сейчас идем туда немножко вверх и на поезд, чтобы без пересадок было у нас. Эттинген Тор. Вот эта вот пирамида обозначает здесь. Здесь везде стройка. Вот такие вот лампы стоят желтые. Видать, не знаю, что они обозначают. Уже на той стороне опять такая же лампы. И нам сейчас под землю на поезд идти через 8 минут. Раньше поезда, трамваи ходили здесь поверху. А теперь уже внизу под землей. Вот это первый этаж вниз. И еще идет один к железной дороге. 4 у нас, который ведет к нам. Через 14 минут приходит. Вот тут, наверное, мы и стояли последний раз с пацаном. Под землей там где-то это поворот идет. Слышно было, как он шел. В повороте шумит. Рельсами или как он там шумит. Einfach drehen. Там спереди развилка. Слышно, как они поворачивают и уходят. Расписание всех этих трамваев. Как они ходят. Subway Underground. Наши через 9 минут приходят. Приехали опять на главный вокзал. Здесь сейчас пересаживаемся на другой поезд. Главный вокзал у нас вот туда вот. Прямо заходишь, и там дальше, в какое направление тебе надо, разных много вилок направлений пересадки на разные поезда. Вечер уже, 8 час где-то, солнце садится. Вот это вот растение под вид иван-чай, но я не уверен. Может быть, можно с каким-то другим растением спутать это. Листики здесь и маленькие, но я думаю, это более старое растение. Есть молодое, я сорвал с собой уже
взять. У молодого листики подлиннее и по краям они растут поперек друг к другу. А есть, я вот сейчас пару штук сорвал, которые прямо листики с трех сторон, как говорится. И вот я на картинке сверил в интернете, там другие цветки. Здесь какие-то лепестки по 5 штук. А в интернете почему-то показывают большие листики, лепестки, и 4 вроде их. Последние 2 дня вечером мы сюда приходили, сорняк убирали. Крапива здесь все заросшее было колючками. И, как говорится, вчера еще пришел с перчатками здесь, вырвал, пожег себе руки прилично. Аж сегодня до обеда еще жгло, а потом как-то резко отпустило. Как говорится, я начал гулять, видать, и кровопоток, кровообращение по телу, и все убрало. Здесь такой вот старый дуб стоит, на котором привязана наша качеля, вот она. Я веревкой ее притянул сюда вверх, сейчас отпустим. Please don't talk in the trash, cause the vibes from the front all the way to the back.